закреплю вот на эти уголки и сюда закреплю по уровню фундамента. Все выровняю, выставлю. Для того, чтобы наша стена будущего дома пристройки крепко держалась нынешним домом, надо сделать отверстие под арматуру, закладные. Для этого берем перфоратор и сверлим отверстие. Я здесь уже насверлил диаметром поменьше. Сейчас в некоторых местах охлаждаем, делаем отверстие побольше. Далее еще с этой стороны надо. Здесь я же просверлил под эту, под восьмерку.
Раз, два, три, большая. Четыре, угловая. Пять, шесть. Сделал сегодня шесть штук щитов. Так вот, собрал. Накрыл, чтобы дождем не мочило. Так вот. Достаньте еще раз и сюда. Завтра приеду и доделаю. Сюда закреплю вот на эти уголки. И сюда закреплю по уровню фундамента. Все выровняю, выставлю и подготовлю к заливке.
Вот и делаю я палубку. Почти закончил. Пожалуйста, смотрите. Щиты. На шпильках пойдет. Вот они. Здесь еще 4 шпильки надо поставить. Вот они. Доска, чтобы не прогибалась. Это самая фанера. На шпилечке, шайба. Все. Размер 40 сантиметров. Шпильки. И пошли, поехали. Угол. Вот. Покрашены, чтобы опилкобетон не приставал к опалубке. К стене пробурил, прикрутил снизу сверху. Также это по шнуру выровнял. Теперь дверной проем. Собрал по высоте дверного проема щиты. Фанеры прикрутил. С этой стороны также к стене. Здесь вставил арматуру. Здесь будет, здесь будет, здесь будет, здесь и так далее по высоте. Чтобы маленькое сцепление со стеной было. Усилил дверной проем брусками, чтобы не прогибался. Ага. Тот самый верх. Все капитально. По идее, здесь можно залить, переставить, залить, переставить, залить, переставить. Это будет угол отдельный. А дальше пойдет, наверное, залью простым бетоном сантиметров 10 балку над дверным проемом для крепости. Ну а дальше здесь, вон там пойдет окно. Это на этом уровне. Оконный проем. То же самое сделаю. Фанера есть. И там еще под яблоней накрыто линолеумом старым. Есть фанера. Самое главное, чтобы не болталось. Сделаю еще, как здесь. Вот такие распорки. Чтобы уже не болталось, не шаталось, как здесь. Опору еще поставлю. Потому что здесь вот шатается. С этой стороны надо поставить распорки. Тогда будет все капитально и жестко. Ну вот, дерзаем, стараемся. Надеюсь, результат будет. Комары загрызли, пора домой собираться.